Сегодня будем солить на зиму зеленые помидоры в банке по очень простому, быстрому и вкусному рецепту. Приготовленные таким способом помидорчики получаются на вкус, как из бочки. Для приготовления нам понадобятся зеленые помидоры, укроп с зонтиком, несколько листиков смородины, несколько листиков вишни, сахар, соль, горчичный порошок, чеснок, черный перец горошком и холодная питьевая вода. Первым делом готовим рассол. Берем 1 литр холодной питьевой воды. На 1 литр добавляем столовую ложку соли, столовую ложку сахара и чайную ложечку порошка горчицы. Затем все хорошо размешиваем, чтобы все кристаллики растворились. Ну вот уже все растворилось. Такой вот рассол получился. Отставляем его пока в сторону. Теперь берем банку. У меня обычная 2-литровая банка, ее просто помыла, не стерилизовала, ничего. И укладываем на дно веточку укропа. Вот так я его просто ломаю. И закладываем. Туда же бросаю несколько листиков смородины, несколько листиков вишни, высыпаю перчик горошком, а затем добавляю чеснок. Каждую дольку перерезаю пополам. Вот так режу на две части, чтобы больше отдал аромат свой. И закладываю. Чесночок весь кладем в самый низ банки. Дальше наполняем банку помидорами. Берем помидорчики, вот здесь вот у основания делан рост, прокалываем его вилочкой. Вот так он лучше просолится. Вот такую же процедуру повторяем со всеми помидорками. Вот так баночку можно встряхнуть, чтобы помидорчики плотнее уложились туда. В процессе наполнения также добавляем еще веточку укропа. Также отправляем по несколько листиков смородины, вишни. И продолжаем закладывать помидоры. Ну вот баночка у меня уже практически полная. Для красоты я взяла такой немножко уже созревший помидорчик. Покладу, чтобы поярче было. Сверху теперь кладем оставшийся укроп, а также все листики, смородину, вишню. Теперь еще раз размешиваем наш рассол и заливаем помидорчики. Вот как раз на 2-литровую банку понадобился литр рассола. Закрываем банку обычной капроновой крышкой. Вот такая красота у нас получилась. И ставим баночку в какую-нибудь миску, потому что в процессе брожения может выделяться рассол. Банку с помидорами сразу ставим в холодное место, в холодильник или же в погреб, если есть. И следим за тем, чтобы по мере вытекания рассола все время помидоры находились в жидкости. Возможно, понадобится развести еще немножко рассола и доливать постоянно. Вот и все. Квашеные зеленые помидоры на зиму готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.